Накануне губернатор Краснодарского края Александр Ткачев на встрече с жителями Крымска еще раз опроверг появившиеся слухи о второй волне наводнения. К сожалению, самое страшное и обидное, цинично, что у людей горе, у людей беда, да? А сегодня по городу распространяют провокационные слухи. Это наши враги. Враги настоящие. Разве так можно делать? Это кощунственно, на горе людей наживаться. Поэтому первый слух о том, что у нас погибших там чуть ли не тысячи, это, так сказать, но это тоже очень низко. Этого нет, этой цифры. Официальные данные всех, по всем инстанциям. Никакого смысла нет. Где вы видели, что в стране за последние 20 лет кто-то может врать на этом? Это же самое последнее дело. Это невозможно просто. Вторая, так сказать, провокация, что якобы есть списки, где прежде получить компенсацию 10 тысяч, то есть расписаться о том, что ты якобы слышал, ты был оповещен о наводнении. Да, это тоже. Очередной бред. Вместе с инициативой.